Смотрите, ребята, этот нифига не хочет умирать. Это какой-то совсем другой зомби. Ну что же, всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы возвращаемся в игрушку под названием Ancient Warfare 3. Ну что ж, ребят, у нас сегодня вот такая, ребят, картина. Вы видите дофига зомби на том берегу реки, и нам надо с ними справиться, точнее, выдержать их атаку. Ну что ж, у нас тут вот такой, ребят, небольшой замок. Этот замок, ребят, охраняет вот такие два чувачка. Тут у нас ведет дорога к этому замку, тоже тут два чувачка вот такие стоят, ребят. И вот сам наш главный персонаж, ребят. Да, это, я знаю, какой-то ютубер. Если вы знаете, что это за ютубер, то пишите обязательно об этом в комментариях. Ну а я пока что буду играть именно, ребят, за него. Ну что ж, давайте смотреть, сможем ли мы отбить атаку зомби или нет. Ну что ж, ребят, все, перешел я за вот этого ютубера. Я ютубер и буду играть за ютубера. Это, в принципе, вполне логично. Ну что ж, ладно, окей. Эти все ребятки у нас только, ребят, защищают, а мы, в принципе, можем делать все, что захотим. Вот тут у нас есть такой еще мостик через реку. И давайте им воспользуемся, что ли, попробуем порезать наших зомбиков, если это вообще выйдет у нас так. Зомбяк. Опа, получай. Отличник, ребят. Минус один зомби есть. И некоторые, ребят, смотрите, зомби хитрые, они просто берут и идут прямо по воде, точнее, под водой, да, ребят, можно так сказать. Так, отличненько. Минус еще один зомби у нас получил. И их, в принципе, ребят, очень много, но я думаю, мы с ними со всеми справимся. Потому что у нас есть такой есть лазерный меч. Не знаю, конечно, насколько он эффективный, но пока что, ребят, он с первого раза всех зомбиков убивает. Это мне нравится. И вот наши чуваки, ребят, пошли в бой. Смотрите, как этот чувак фигачит зомбиков всех, а? Вы просто посмотрите на него. Давайте мы его прикроем, что ли, потому что я не хочу, чтобы наши чуваки это умирали. Так, давайте будем его как-нибудь тогда реально прикрывать. Вот, отличненько. И все, ребят, он уже мертв. Он уже мертв. Давайте немножко отступим. И воу, меня тут, ребят, только что чуть зомби не убил. А где еще один чувак, ребят? Неужели его тоже слопали? Эй. Да, ребят, смотрите, его слопали, он уже в речке валяется. И давайте тогда будем фигачить нашу вот эту огромную толпу сами как-нибудь, просто тупо в одиночку, да. Не будем пока что давать вот этим зомбикам подходить к нашим вот этим еще остальным чувакам, их еще двое, ребят, осталось. И надо как-то защитить наш вот этот замок и сами вообще выжить, ребят. Ну что ж, пока что наши зомбики идут к нам, их еще довольно-таки много, и надо как-то их, ребят, все-таки отвлечь. Давайте я, наверное, сделаю вот так. Оп, я хочу как-нибудь протиснуться так, чтобы я все-таки отвлек их. Вот, да, ребят, отличненько, все, у меня это получилось сделать. И давайте, зомбики, идите сюда, смотрите, ребят, сколько их много, это просто жесть. Так, ладно, давайте сейчас будем по одному пока что вот так аккуратненько рубить их, и потом, наверное, все-таки, ребят, я их отвлеку на своих, потому что слишком много уже, ребят, на меня тут зомбиков навалилось, и слишком много хпшек я уже потерял, ребят, это, конечно, плохо, но, надеюсь, я выживу до конца за этого ютубера, и мы спокойненько выиграем эту битву, точнее, отобьем эту атаку, ребят, зомби. Так, ну ладно, окей, получай еще, чувак, и смотрите, ребят, в принципе, вот столько мы их убили, давайте, наверное, все-таки отвлекемся на наших вот этих чуваков, не знаю, как сейчас мы это сделаем, надо как-то, ребят, перебежать, наверное, по реке, добежать до моста, и оттуда, ребят, уже начинать отвлекать наших вот этих зомбиков. Так, ну ладно, давайте я сначала сейчас разберусь вот с этой огромной кучей. Ну, точнее, она уже, ребят, не огромненькая. Сейчас мы ее расфигачим, и все. А вот остальная, ребят, которая там ко мне подбирается, она довольно-таки большая. Так, ладно, окей, все, с этими покончено. И вот, ребят, сколько зомби идут на нас. Кстати, те зомби все-таки и пошли на наших чуваков. Это, конечно, хорошо. Я думаю, наши чуваки справятся, потому что там зомби не так уж много пошло. Но наших всего лишь там двое. Поэтому давайте сейчас мы как-нибудь попробуем пройти сюда. Вот, отличненько. В принципе, мы обогнули этих зомбиков. И сразу же, смотрите, какая огромная толпа на нас сагрилась. Это просто жесть. Так, получай, чувак. Сейчас мы вот этого тоже, ребят, убьем. И да, ребят, я слышу, как наши начинают рубить вот этих зомбиков. Давайте поможем им. Так, отлично. Отвлекаем зомбиков. Мочим их всех. Так, отличненько. И, ребят, я смотрите, я вижу то, что наших даже вот этих двоих положили. Все, их больше нету. Так, ладно, окей. Значит, нам надо как-то валить отсюда, потому что я думаю, если они сейчас меня вот так, ребят, очень быстро начинают подпирать к замку, скорее всего, я в нем просто тупо запрусь и умру. Поэтому давайте попробуем, наверное, вот так как-нибудь сделать, да? Отличненько. Все, ребят, перепрыгнули. И фух, ребят, еще довольно-таки много зомби, нам надо их как-то все-таки убить. Так, ну, что делать-то? Может быть, я все-таки смогу забор-то это перепрыгнуть? Да, ребят, я перепрыгну забор, и давайте сейчас мы еще немножко пофигачим вот этих зомбиков именно вот в этой зоне, в зоне забора, потому что они тут, ребят, очень неплохо группируются, и у меня неплохие шансы, ребят, их вот так подамажить. Так, ладно, окей, получайте зомбики, еще получайте, и, в принципе, я думаю, сейчас уже можно отступать. Да, отличненько. Окей, я хочу, ребят, сначала разобраться вот с этой толпой, а потом уже, наверное, приступать к другим. Честно, могу я их вот через забор фигачить? Да, ребят, смотрите, одного через забор убил. Даже второго тоже, ребят, получилось. Давайте сейчас мы тогда вот этого еще чувака добьем. И где-то там, ребят, у нас двое вот сюда пошли. Не знаю, зачем они рушат нашу крепость. Давайте сейчас мы им это помешаем сделать. Так,
получать, чувак. Смотрите, ребята, а этот нифига не хочет умирать. Это какой-то совсем другой зомби. Или он уже мертвый, ребят, что-то непонятно. Чувак, да, ребят, все, теперь он уже точно мертвый. Это какой-то, ребят, очень бронированный зомбяк. Надеюсь, нам таких больше не будет попадаться, потому что с ним что-то я слишком долго, ребят, мучился. Хотя он только к стене был, ребят, прикован. Да, ребят, еще один у нас такой зомби вроде бы был. Точнее, звук издался такой. И окей, продолжаем дальше фигачить наших зомби. Я единственный, ребят, выживший, который остался. Остальных наших чуваков всех уже убили. И вот, опять все-таки мне попался этот зомбяк. Я, кстати, заметил то, что, ребят, он намного выше, больше и сильнее, чем другие зомбики. Но я все-таки с ним справился. Поэтому, да, сейчас мы еще будем продолжать фигачить наших вот этих зомбиков. И вот у нас еще претенденты, которые опять рушат наше здание. Так, чуваки, получайте. Вы что, совсем охренели, что ли? Все, ребят, отличненько. Минус 2 этих чувака мы тоже дали. И вот, ребят, оставшаяся кучка, которая идет на нас. Надеюсь, мы сейчас со всеми этими зомбиками справимся. Их не так уж и много осталось. Так, смотрите, опять вот этот вроде бронированный. Хотя не, ребят, смотрите, этого мы чувака убили с первого раза. Так, ладно, окей, получаю еще один. И вот, ребят, вот этого, как вот фиолетового зомбика мы тоже прямо обезглавили. И что ж, осталась, ребят, вот такая толпа. Давайте сейчас попробуем с ней разобраться. Так, минус один есть зомбяк, минус второй, минус третий. Эй, чуваки, идите сюда, чего вы тут столпились-то все? Смотрите, ребят, реально какая огромная толпа. Как бы они скучковались все. Как выглядит это, ребят, мало, но на самом деле она очень густая. Они прям все поголовно ходят друг на друге, скорее всего. И нам надо как-то их все-таки убить. Так, получай, чуваки, получай. Еще один, еще минус один, воу. Ребят, это, конечно, жесть, но я думаю, я, наверное, справлюсь с этим. Я даже не буду выходить за пределы вот этой нашей дороги, да. Буду, наверное, их пытаться зафигачить до конца. Прям до нашего вот этого, ребят, замка. Поэтому давайте фигачить. В принципе, уже напор, ребят, снижается. И думаю, справлюсь. Хотя, смотрите-ка, в принципе, их еще многовато. Поэтому давайте сейчас мы вот так круг небольшой сделаем вокруг них, да. И будем фигачить дальше. Так, получать, чуваки. Все, ребят, отличненько. Вроде бы кружочек такой мотнули, и их намного меньше стало. Так, окей, фигачим дальше, ребят. Вот как бы видно было, да, что толпа, ребят, не такая уж и большая была, но на самом деле, вот сколько мы с них, с этой толпы, ребят, выбили зомбиков. Так, окей, некоторые опять, ребят, почему-то отвлеклись на нашу крепость и начинают ее фигачить. Ну, давайте сейчас мы им это помешаем сделать. Так, отличненько, получай зомбяк. И вот, ребят, у нас остались вот эти три зомбика. Сейчас мы их вот так зафигачим. И все, ребят, отличненько, мы выиграли. И мы смогли сдержать эту атаку. Точнее, уже я, потому что всех моих чуваков очень быстро, ребят, убили. И все-таки мы это сделали. Ну а вторая, ребят, бита, в которой мы сейчас поиграем, называется битва ютуберов. Слева у нас, ребят, летсплейщики, справа блогеры. Силы равные 15 на 15. И что ж, давайте смотреть тогда, кто выиграет. Я буду болеть за летсплейщиков и играть за них, потому что я сам таким и являюсь. Ну а за кого болеете вы, пишите об этом в комментариях. Ну что ж, приступаем. Так, ну что ж, ребят, все, бой начался. Наши пошли в бой. Давайте я буду играть, наверное, за вот этого чувачка, который самый боковой. И особо прям не буду, ребят, вмешиваться в бой, потому что от меня тоже много очень может зависеть. И смотрим, кто кого сейчас победит. Но пока что вроде бы мы лидируем. Давайте я, ну, одного, ребят, чувака убью, если вообще мне дадут мои чуваки сделать это. Так, смотрите-ка, пока что мы лидируем, хотя я даже никому, ребят, еще не прикоснулся толком. Так, и в итоге у нас осталось два ютубера, да? Смотрим, что у нас будет. Летсплейщики побеждают. Я просто, ребят, как судья вот так бегаю вокруг них и смотрю на этот бой. И в итоге летсплейщики, ребят, выиграли. Я доволен. Ну а с вами был Илюша. Если вы хотите больше Ancient Warfare 3, то пишите обязательно об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и зовите друзей. Всем пока!